Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, номер 12, урок 6. Игра эстафета. Выполни действие и определи, какая из полученных дробей меньше и почему. 8 девятнадцатых прибавить 12 девятнадцатых. При сложении дробей с одинаковыми знаменателями знаменатель оставляем прежний, а числители складываем. 8 плюс 12 получится 20. Получилось 20 девятнадцатых. Теперь от данного значения отнимем 5 девятнадцатых. Знаменатель остается прежний, а числители вычитаются. 20 минус 5 получится 15. 15 девятнадцатых. Теперь к 15 девятнадцатых мы прибавим 17 девятнадцатых. Знаменатели одинаковые, а числители складываем. 15 плюс 17 получится 32. 32 девятнадцатых. 32 девятнадцатых отнимем 6 девятнадцатых. Знаменатель 19, а 32 минус 6 получится 16. 26. 26 девятнадцатых. Отнять 8 девятнадцатых получится 18 девятнадцатых. Так как 26 минус 8 равно 18. А теперь работаем над вторым лабиринтом. 14 27 отнять 6 27. При вычитании дробей с одинаковыми знаменателями знаменатель оставляем прежний, а числители отнимаем. 14 минус 6 будет 8. 8 27 прибавим 5 27. 8 плюс 5 будет 13. Итого 13 27. Прибавляем 27 27 и получаем 40 27. Так как 13 плюс 27 получится 40. 40 27 отнимем 19 27. 40 минус 19 равно 21. 21 27 отнять 3 27. Мы получим 18 27, так как 21 минус 3 будет 18. В итоге мы получили два результата – 18 девятнадцатых и 18 27. Мы должны определить, какая из этих полученных дробей меньше и почему. Сравниваем две дроби с одинаковыми числителями. Из двух дробей с одинаковыми числителями больше получается та, у которой знаменатель меньше. 19 меньше 27, следовательно, дробь 18 девятнадцатых будет больше, чем дробь 18 27. У вас возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.